Всем привет, с вами Харки, и сегодня я буду записывать свой первый летсплей по Майнкрафту. И я играю на сборке. Сейчас убавлю звук. И на сборке, где стоит 33 мода. У нас 2 соединенного мира, выживание. Летного мира. Это такая RPG-сборка, на которой добавлено несколько... новое оружие, щиты, всякая магия, новые мобы, такие как лами, вампиры и ведьмы. Давай, загружайся. Давай. Долго генерируется ландшафт. Не понимаю, с чем это связано. Что за фигня? Давай. Я немножко поиграл на этой сборке. И... так, посмотри просто, что у нее есть там. Дофигища новый... ну как дофигища там. Новая броня, оружие, новые блоки. И также есть новый мир. Ну, не знаю, сумеречный лес. Я же попал, появляешься в сумеречном лесу. Я буквально поиграл минут 20 на этой сборке. Чанки. Блюшься. Как я блюшься. Фу, какой страшный. Какой-то фермер. Так, ладно. Как здесь учиться? Так. Легкое дописание, нормально. Опа. Ай-яй, что лагает. Получили первую ачивку. Так, ну, как бы сейчас... ай-яй-яй. Лагает, ты что так? Сейчас FPS. Хоу. Здесь пояс? Вот. Ладно. А что ж так лагает, а? 20 FPS, 17 FPS. Да офигеть, у меня FPS. Конечно, проседает, просто не могу. А, не могу. Что так лагает? Ладно, думаю, лагать больше. Блин, да что пугает? Громко, очень-очень громко. Установить на 15. Ай. Так. Нормал. Готово. Отгрузим много дерева и сделаем топор. Здесь стоит этот... стоит этот офигительный мод. Знаете, ломайте нижний бот и делай пол-пад. Сразу падает. Вот я хочу его сделать. Ой, его сделать. Топор хочу сделать. Так, у нас. Здесь же этот автокрафт. Больше добавим много зерна, но все качество. Опа. Давай. Опа, да. Так, давай поймем. Здесь этот автокрафт стоит. Что, не очень удобно. Берем палки, туз, и вот наш деревянный топор. Здесь листья. Так, может быть, кто-нибудь и дерево. Так, где? И давайте добудем немного... ооо, джунгли дерева. Давай, джунгли. Ой, это земля. И... Давай. Все, он 51 дерево. Нет, что? Здесь еще будет. И... 56, думаю, достаточно будет. Давайте сделаем каменные вещи. Значит, будем даже так и сюда золотить. Неудобно. Опа. Так. А вот, кстати. Класс тут. И вот тут. Новое оружие. Ну, это пошло. Вот, у нас новое оружие в виде каких-то пиц. Даже не знаю, что это. Такое тут. Тут дофига всяких нафиг. Так. Нам нужны каменные вещи. Вот. Опа. Ай. Более не было. Так. Что я хотел? Я хотел сделать кирку. Кирка. Давайте сразу сделаем каменную кирку. Потом еще добудем. Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Туса. Пал. Что мне ничего не сделать? На, у меня нет пал, да? Сейчас сделаем побольше палок. И наконец-то перейдем на каменные вещи.
Нужно попасть сейчас на печку, но нужен, ну, сейчас. Нужен сейчас уголь. Так, 8. Ну, 8 копаем, чтобы было ничего здесь лучше. Еще это пещера или что это? А, вот уголь. Так, где? Я нифига не вижу, давайте сделаем палки. Ой, палки. Факелы. Пусть, да? Давайте кинем сегодня камеру, может найдем железо и... Офигеть, фигурно, где железо нашел. О, корова. Не нужна твоя еда. Иди сюда, сюда иди. Козел. Это что за сыроговядина? Такие текстурки. Это непонятно. Новые. Я даже не понимаю. Нифига. На этой лозе. Так, почему здесь стоит этот метки, а? Не понимаю. Это вот дальше посмотрю. Что это вообще такое? Твою налево, а? Какие-то непонятные вещи творятся. Так, здесь надо быть... ...болезненько, чтобы здесь печку. Давайте здесь пока обоснусь, мне кажется, там своеобразный домик где-нибудь. Пусть где-нибудь здесь сейчас разомнет, потому что лучше, что солнце уже не загорает. Так-с. Угу. Бамбубик. Это. Блин, как мне... О, это... не забудьте, это янтарь. А, из него... Короче, из 4 янтаря можно сделать один блок, а из 4 блока можно сделать офигительно красивый блок. Не-не-не-не, он такой железный брался. Давайте вот тут сделаем сейчас крышу. Так, я посмотрю, что там никто не хуничит железо и мочу. Мне сейчас просто не хочется ничего строить. Вот так станет. Здесь стоит. Вот так. И так. Давайте сделаем дверь, что ли. Не привыкнем к этому автоматическому крафту. Так. Ура! Так, я боюсь, что здесь какая-нибудь херня полезет. Ну ладно. Давайте сделаем меч, что ли, чтобы... Не. Так, каменный меч. И печку. Печку. Мы сделали печку. Давайте поставим печку. Вот сюда. И поставим переполняться нам уголь. Сам я хочу пойти еще порыскать каких-нибудь зверей, уважать. Не знаю, я могу так учу. Да, нормально. Но что за фигня? Там не год называется очень часто. Странно. Так, спрыто. Солнце. О, солнце уже ушло. Зенита. Да, ну ладно, не суть. Так, нам нужно... Ну, где нас посаженцы? Так, ладно. Ненавижу джунгля. Какая-то растительность. Опа. Так. Дерьмо! Это что такое? Это глина? Или это песок? Не знаю, что это такое. Это, наверное, глина. Блин, не вижу смартфон, да? Главное не забыть, где дом. А, я забыл кнопку поставить, ну ладно. Опа! А, я забыл, что смартфон есть. Я не фиг... О, уголь. Уголь нужен всегда. Даже когда он есть. По крайней мере, на начальном уровне развития. Короче, ну давайте сейчас я, пожалуй, дождусь ночи и мы закончим. Для первого видео. Он будет достаточно. Так, и еще угля. Ну все, взяли же угля. Так, уголь, еще уголь. Как его нужно копать? Так. Блин. Не успокойся.
все-таки прикольно, чем на пусте. Вон, всякие камушки в пусте. Ну, конечно, жалко, их нельзя добыть. Вон, всякие штурвалы, черепасы, понимаете, ну, кстати, следы всякие на пусте бывают. Короче, прикольно сделали, вот, хоть все так, они какие-то кости. Я сначала понял, что их можно добыть, а добыть кусок. Так, ну. Эх, давай. Так, думаю, одной пушки будет мало. Расскажем с вами. Еще мне нужна шерсть на кровать. Очень нужно. Что же пхан уголь? Какой будем палить на... Давайте мяско себе жарим. Давайте сделаем не завуля, а еще больше угля. Так. Ой, уже вечереет. Нет, нет. Так. Вау, здесь красиво. Прикольно. Мне нравится. Так. Вода, вода, вода. Коровы, 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 коровы. Пойдемте, запинаем коров. Блин. Опа. Опа. Блин. Иди сюда. Опа. Так, три мяса и... Еще... Не так нервно кричат, да? Бежали. Случайно. Случайно. Нажал на это. Так, ладно. О, еще корова, еще корова, еще корова, еще корова. А, это ту, которую я не добил. Смотри. Так, у нас есть 7 мяса и... Хочу вылезти сюда.